Сирию покинула очередная партия химического оружия, подлежащего уничтожению за ее пределами. Российский атомный крейсер «Петр Великий» обеспечивает безопасность международной операции. Вместе с боевыми кораблями Китая, Дании и Норвегии он конвоирует транспортное судно с опасными реагентами. На борту ракетоносца штаб, откуда военные координируют все действия. Маршрут следования груза под полным контролем. К слову, Петр Великий уже в третий раз участвует в операции по ликвидации сирийского химоружия. В Средиземном море он находится в составе постоянной оперативной группировки наряду с еще десятком кораблей российского флота.